Доброго времени суток. Мы возвращаемся в игру. Как мы помним, в предыдущем видео мы наконец-то расправились с жуками. Хоть и потеряли часть видео, но финал там есть. Захват столицы есть, захват ихнего самого главного, ну, одного из крупнейших портов произошел успешно. Мы захватили ихние оба кластера, хотя тут мы изначально захватили довольно много планет, потом перешли в наступление, помогли освободить эту территорию. И вот война фактически кончилась, наши флоты уже начали по чуть-чуть наполняться войсками, ремонтироваться, ретрофититься. Вот, казалось бы, все хорошо. Как внезапно мы увидели движение флотов нашего бывшего зеленого союзника, с которым у нас, как ни странно, Manual Defense Pact. И увидели событие, что он пытается своим флотом произвести фактически высадку на одну из наших планет. Вот что тут происходит. Судя по тому, что тут появились здания. И вводится, похоже, обстрел. Наш зеленый союзник решил нам нанести приятный удар в спину, похоже. Собственно, у нас вариантов действий не так много. Нам нужно срочно загрузить войска и перебазировать свои флоты к ихней столице и сделать быстрый захват. Так как ихняя планета, по-моему, в рейтинге на втором месте по уровню развития. Давайте проверим флоты. 1800, у нас походу в первом флоте вообще нету транспортников. Так, этот корабль мы сразу же заскрапим. Он без двигателя. Да, наш первый флот уже, как говорится, не торт. А нет, тут есть тут 11 тысяч, им нужно загрузиться. Флот второй готов практически. Он, правда, находится не так уж и близко от места положенного. Давайте его перебросим сюда, мы не знаем, что тут происходит. Флот третий продолжает загрузку войск. Флот четвертый. Вообще без войск тоже. Вот пятый у нас в охране. Мы его перебазируем. Мы все-таки его оставим, потому что нам нужны флоты, которые будут стоять. У нас начали расти прибыли значительно. Мы начинаем очень быстрый сбор солдат и переброску флотов вот сюда. Так, пока. Давайте посмотрим, что делают их флоты. Возможно, мы эту область и потеряем, но... Да. А он начал вторжение. Без всяких предварительных, при том, что у нас с ним дружба. Ну, скажем так. Раньше ничего подобного мы у компьютера не замечали. Это довольно положительный алгоритм. Так, давайте посмотрим, куда он собирается ударить. 4 корабля. Он собирается просто высадиться на планете. Поэтому мы сразу же объявим ему войну. Вот так. Чтобы наши планеты отбивали его. И так, у нас у всех есть куда лететь. Потому что иначе просто будет плохо. Да, нам просто нужно отбить вот этот флот. И думаю, что вот этот, ну, мы не отобьем, но зато тут сразу же хоть что-то произойдет. Вот. Это у нас Defense Station. По крайней мере, она начнет огонь. Да, нам, как всегда, с войнами не везет. Давайте сразу делать новый флот. Теперь мы делаем флоты по другому принципу, мы делаем 4 на 4 делаем фрегаты.
принципе, хоть и разорительно, но переносимо. Так, и проведем чистку флотов, кораблей, которые вне флотов. Просто либо сформируем из них другой флот, либо вообще распустим, если они повреждены. Military ships. Вне флотов, которые... Раз. Юфлит. Выделять сразу группой. И 22-й флот. Так, что с этим кораблем не так? Он немножко поврежден. Репэйр. Отправим его. Что там у нас дальше? Дофига, конечно, эскорта у нас стало. Просто. Так, вот этот корабль, он у нас почему-то не на автомате. Select ship. Перевести в автомат режим. Так. А тут еще, кстати, это первый флот. Ну, все, собственно, мы, по-моему, сформировали. New Fleet, давайте посмотрим. Там 24 корабля должно быть, да. Так и есть. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестого у нас нету. Значит, делаем новый шестой флот. 06. Пока он будет формироваться, флот, который стоит в столице, мы перебросим ближе к фронту. Я не знаю, наверное, вот сюда стоит его перебросить. Какой тут уровень вообще идет атаки. Ну, давайте вот сюда. Я хочу посмотреть просто эти негодники. Да, они хотят убить войска. Да, у нас захватили планету. В принципе, могло быть хуже. У нас тут находится 24-й. А, он делается тут, да? Странно. Шестой флот. Почему-то делается сразу вот в этих землях. Сейчас второй подойдет. Они пока идут на заправку. А два флота идут сразу же к их планете. Сейчас мы немножко восполним наши войска и начнем. Ну, к сожалению, опять война, к сожалению, опять мы сейчас останемся без денег. А что у нас с исследованием? У нас тут строится, исследуется такая штука. Тут нужен миллион. Тут все еще гравитационные лучи изучают. Мне эта раса в этом смысле радует. Так. Турет. Да, наш разведчик захвачен. Мы захватили какую-то планету. Сейчас мы будем отвоевывать сразу. Так, тут все подбито. Успешно. А, нам нужен какой-нибудь строительный корабль. Срочно. Вот, например, вот этот, да? Который влепит наблюдательную... Не знаю, честно говоря, мы сейчас его должны прямо сейчас захватить. Да, я же хотел корабли, которые не входят во флоты, перенести в какой-то флот отдельный. И которые... Давайте сначала эскорт отдельно выведем, чтобы он нам не мешал. Блин, все время забываю выбирать. Так, мы сейчас выберем ABCDE. Эскорт. Мы сейчас выделим весь эскорт. В отдельный флот. Ньюфлип. Отправим его весь на ретрофит, потому что тут корабли... А хотя, это он сам потом сообразит. И теперь все, что вне флотов, мы... Ну, тут не так много, на самом деле. Что там этот Иванов? Это можно на скраб. Да. Так, вот у нас есть флот небольшой.
Это мы создаем новый флот. А вот тот флот, который 23-й, мы их выносим опять из флота. Но, да, не всегда удобно вот такие моменты делать, но что есть, то есть. И новый флот, как всегда, у нас будет носить славное имя. Этим флотом как-то всегда не идет. Я посмотрю, что он из себя еще представляет. Так, да, я все-таки решил не строить. И посмотрим, что у нас со шлаком. Шлак из себя представляет один корабль. Блин, я что, забыл нажать кнопочку? Да, похоже, так и есть. Так, хвост. Опять повторяем все до... Спорт. Скорта много. Много и скорта много. Юклид. Так. Все, кто не в флоте, идут в шлак. Так. А затем эскорт. Выводим из флота. Ну, определенное неудобство имеет. Так, где у нас там бои происходят? Да, вот у нас хотят захватить еще систему, я так понимаю, да? Нет, просто уничтожают наши станции вовсю. Наши станции и базы. Планету, я так понял, уже отхватили. А нет, тут просто база стоит. Ну, сейчас будем гонять. Второй. Что там с войсками? Пока медленно. Медленно. Пятый. Ну да, пятый будет охранять. На самом деле нам нужно вот эту зону больше охранять. Но тут есть флоты. Значит, пятый будет стоять где-то вот тут. И охранять. Шестой. А у шестого нету миссии. А, это шестой, который... Ну да, мы хотели столицу охранять, но походу не получится. Он почему-то решился сделать хрен знает где. Седьмой войска подкапливает. Восьмой движется к атаке. Увеличивает войска. Когда они подъедут, мы вот эти еще три флота подгоним. Ну и, флот, великий флот Шлака занимается заправкой. Кстати, у Шлака что там с боевой мощью-то? О, что-то в районе 1600. Ой, да это почти как не знаю что. И даже 2000, тут походу много транспортников. Да, целых два. Первый сейф пошел. Потом с пиратами придется иметь дела, я так понимаю. Второй флот очень близко. Давайте посмотрим, может он успеет. Все-таки. Угу. Так, они ушли на север. А, куда-то вот сюда. Сейчас мы подъедем. Куда-то отварпались, непонятно. Да, у нас тут вошел флот. Ну, по-моему, это у них была не очень удачная идея. Ну да ладно. Так, ну непонятно, куда полетел еще один флот. Они захватили у нас порт, что не есть хорошо. Так, больше мы не видим их. А, передвижений нет, мы не видим. Ну да, никто не ожидал, что они так внезапно
нападут. Ну, вот так вот вышло. Да, ну, наконец-то моя колония против меня восстала. Или пытается восстать. Очередной раз. Ну, славненько. Надо красных все-таки будет потом наказать. Давайте попробуем. До свидания. Машина. А, нет. Там не нужно точно. Сейчас, может, блин, ушли. Непонятная даль. Или мы просто потеряли. А, нет. Вот они. Вот два. Там кто-то с кем-то дерется. Ну и мы еще присоединимся. Так, тут уже второй флот, третий флот. Третий флот тут нормально разгреб. Давай сюда. Четвертый флот мало. Пятый флот в защите. Этот флот в постройке. Мало. Движется сюда. Десятый флот. Можно сюда тоже выдвинуть. Двенадцатый флот. Ну, тоже можно выдвинуть, в принципе. Вместе они должны, в принципе, неплохо справиться. Интересно, а может ли быть вот третья сторона? Ну это вот чисто поэкспериментируем, я такого никогда не делал. Axom Confederation. Мы что, помогаем Аксомам? А, мы пиратов уничтожаем. Прикольно. Мы вместе сражаемся против пиратов. А теперь мы... непонятно, куда делись остальные войска. Ну да ладно. Давайте посмотрим, что там у нас происходит на остальных фронтах. Тут где-то должен летать флотка. Чужие, да. За планета. Да, он пытается все еще эту планету вытащить от себя. Так, давайте собираемся. И просто всей толпой заносим их на планету. Так, скорость на первую переключить. На самом деле тут не так много кораблей, как хотелось бы. Тут от планета. И мы делаем атаку. Сейчас мы сразу, давайте посмотрим, у них население, ну, довольно мало, территории вообще немного, экономика так себе, military strength, в принципе, не так уж и плохо. И топ-колония, не, на пятом месте, на самом деле, что-то я преувеличил этот потенциал. Вообще, кстати, опять призвал, кто на втором месте, а, я на втором месте, на третьем, такие... Шандар Хармоник, я уже забыл. А, ящерицы рядом с нами. Ну, господа, вы не ждали, а мы прилетели. Что это за колонии? Кто у нас что пытается? А, мы вернули себе. Права. Покажите мне, пожалуйста. Вот так вот
это выглядит правдивее. Сейчас мы просто зеркало не захватим, еще их не получим на халяву. Надеюсь. Тут немало кораблей. Вах, вах! Вот это тусня! Так будет смотреть проще. Да, мы захватили. Второй флот идет в... на рифу. Ну, потому что по индикаторам так не понять, а когда пропадают зеленые квадратики или наши. Так понятнее, вон у нас на 62 корабля пошла высадка. Иначе можно уже смотреть. О. Ну, куда вы? Ну, почему мы больше не высаживаемся? Так, давайте смотреть, какие тут флоты. Вот три. Так, что мы там? Что у нас там произошло? У нас что, еще одну колонию стырили? Нет. Ну тогда в чем проблема? Так, давайте смотреть, что у нас вообще по планетам, которые хотят захватить пираты. Ради интереса. Сколько против сколько тут будет воевать? Ну ладно, посмотрим. Еще раз внимательно проходимся, кто тут у нас есть. Третий флот. Почему третий флот не делает атаку? 12-й флот. Аналогично. Штормозит-то как? Где наша высадка? Да, конечно, мы сейчас все бросим и пойдем строить такую фигню. Что он там не может двинуться? С чем? Тут должно быть несколько флотов. Второй, третий. Атакует. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый.
Да, что-то у нас как-то не очень проходит все. Где наша помощь? Почему мы не высаживаемся? Что это за стрёмные маневры? Но флоты им в любом случае уже негде строить, значит, нужно просто разбить те флоты, которые у них есть, и радоваться жизни. Не пропустить бы их, где они тут летят. Да, вот, конечно. Третий флот, три корабля. Сомнительно, что он там много чего захватит, но так, попортит нервишки. Так, флот второй. Занимаемся загрузкой. Флот третий, флот четвертый. Что с загрузкой? Флот пятый. Загрузка успешная. Далеко. Флот шестой. А что, ни бензина нету? Флот седьмой. На заправке. Да, как там? Я не понял, почему такая неорганизованная высадка. Ну да, прилетели. Спустя 2 недели. Замечательно. Ладно. Сделаем так. Ну, мне просто любопытно хоть раз посмотреть, что такое бомбардировка большим флотом. Да, бомбардировка большим флотом — это какая-то хрень. Они вечно себя... бьют. Ну ладно. Ну, значит, все флоты, которые тут стоят... 16-й, 9-й, на заправку. 24-й, на за войсками. Только не говорите, что это труп транспорт. Подъехал только. Надо забрать. Забрать. Что тут осталось? Забрать. Все полетели отсюда. Мне интересно, каким образом бомбардировка так сильно задевает, собственно, наши корабли. Это методика. Какая-то непостижимая логика, что при атаке планеты наши флота крушаться сильнее, чем если их атакует флот примерно такого же количества войск. Что-то я местами не понимаю в таких играх и в таком балансе. Так, давайте смотреть, что там у нас с пиратскими базами. А вот тут она норм. А так? Почему? Почему нет? А, уже будет. И кто побеждает, если не секрет? Мы побеждаем, отлично. Что у нас в других планетах происходит с такой же проблемой? Трупс. Это, конечно, все армии, все деньги.
Ну, вроде норм. Должно быть. Так, вот тут что у нас? Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Пусть нанимаются по чуть-чуть. Ну, это, конечно, разорение немножко, но... А у нас особо и выбора-то нету. Где там у нас такое-то? Да, мы поняли, что наш инвейжен был не очень. Надо как-то было подсобраться, что ли. Нет, с пиратами мы еще пока не готовы воевать. Так, ну давайте еще один флот забабахаем, пока есть возможность. А то нам просто реально не хватает кораблей. Первый, второй, третий, пятый, шестой, седьмой, восьмого нету. Так, один корабль потеряли. Почему? Да блин, блин, мимо, ну ладно. Можно и тут. Так, вот этот. Какой у нас? Блин, теперь забыл номер флота. Восьмой. Ну вот этот строится там, где нужно. О, у нас украли карту. Передвижение наших войск. Да, ихняя планета внезапно стала ниже намного. Да, наши следующие друзья будут совсем другие. Красных надо будет вынести сразу. Да я уже вижу, что они регулярно это делают. Мы не будем тут, наверное, ничего строить, потому что у нас ее попытаются стырить. Это ж надо такой наглости иметь. Давайте назначим еще. Где эта планета? Вот. А вот. Вот. Это хорошая планета, типа. И тут построим. Нет, это не хорошая планета, не тот рейтинг. Так, где находится эта система? Вот тут. Вот тут.
Вот тут. Вот тут. Вот тут что-то по войскам. Фасилити. Бункер. Да. И теперь мы... Renewal Regional Capital Build. Вот так вот. Так, у нас что-то вылезло. Поэтому мы сразу же делаем прыжок сюда. Успеем. Так, минутку паузу, и следующее видео будет уже продолжение.